Плюс он не должен быть быстрый. Он должен быть раскачивающимся, как маятник, из стороны в сторону. Аккордов должно быть в нем по минимуму. Еще очень важный момент, что исполнитель должен быть с похмелья. Я некоторое время уже нахожусь в, скажем так, в алкогольной паузе и не выпиваю, но я очень хорошо, вернее, даже я вот так скажу. Я думаю, что большая часть сегодняшних наших гостей, то есть вас, тоже очень хорошо помнит эти мои состояния. Поэтому мне не составит труда немножечко по-актерски изобразить. Значит, тяжелое похмелье. Еще важно, что он проснулся утром и понял, что от него ушла девушка. Она не подошла к нему и не сказала: «Милый, прости, я ухожу, позабудь мой номер телефона». Нет. Он просто очнулся, именно что очнулся, а ее нет. Белый волос на подушке, понятное дело, одинокий бычок в пепельнице, ну все дела. Дальше вечер. Естественно, он никаких попыток не предпринимает для того, чтобы эту свою девушку вернуть, потому что плюс это вот и есть то самое камлание, то самое лелеяние внутренней своей боли. В этом и есть самый настоящий плюс. Даже была, помните, такая поговорка, что плюс — это когда хорошему человеку плохо. Попса, ну это старый штамп, да? Попса — это когда хорошему, плохому человеку хорошо. А еще есть свеженькое определение, шансон — это когда хорошему человеку плохо в такси. Мы не будем отвлекаться, давайте вернемся к плюсу. Ну вот. Дальше он идет, вот этот весь несчастный человек с похмелья идет в кабак, в котором он играет уже четверть века, с четверга по воскресенье, по 3 часа, веселит публику, так сказать, ну как веселит, с натягом, да? Выходит на эту разбухшую от непомерного количества алкоголя, пролитого на нее сцену, берет этот расшатанный джек, втыкает его в свою гитару, такую же разбухшую, подходит к микрофонной стойке и приветствует кивком головы всю свою команду, без всяких репетиций начинает наигрывать новую песню. Естественно, никаких репетиций. А как мы сейчас? В общем, да, здесь соблюдено, согласен. Значит, и еще последнее. Важно вот что. Важен текст. Ну, в смысле, я хотел сказать, что текст вообще не важен, поскольку в блюзе главная интонация. Не информативная часть, а эмоциональная. И вот он таким ленивым ртом... Вот, этот дым они всегда пускают и думают, что это как-то улучшит их выступление. И вот ленивым ртом, выдавливая из себя текст, совершенно не относящийся к сегодняшней ситуации никаким боком, он начинает петь. Путь к вершине мира труден и долг. Время хороший врач, но хреновый косметолог. Мимо в углах твоей избы притаился позор. Я не могу тебе помочь, здесь каждый сам себе режиссер. Я думал жить впоследствии принятия микстуры, но все твои картины оказались списаны с натуры. Утренние новости сразу у тебя в голове. А еще важны вот эти окончания в голове. Смотрите, можете спеть. Я говорил, что у меня классическое образование, да? Гори, гори, моя звезда. Все, плюс. Утренние новости сразу у тебя в голове. Если у тебя нет женщины, значит, у кого-то их две. Города и числа, нечетый черт. Под лежачий камень вода не течет.
ворот, и тебе отопрут. Ты знаешь, по-моему, в твоей реке завелся царь водокруг. И раскурим трубку мира. Я хочу увидеть, как сгорает трубку мира. Он долго нам служил, теперь ему пора на покой. Я думал, он великий, оказалось, он совсем не такой. Пока мы разжигали войну в своей постели, здоровый дух курил в моем здоровом теле. Я знал, что пацифисту никогда не научиться стрелять. Поэтому я вышел из окна и пошел погулять. Города и числа, нечем еще. Подвижно тихо, вода не течет. Постучи в ворота, и тебе отопрут. Ты знаешь, по-моему, в твоей реке завелся царь водокруг. Наличие в команде блюзового соло-гитариста автоматически увеличивает длительность каждой композиции примерно на 10-15 минут. Вы никогда не замечали, что в сет-листе группы чаще компания в 2,5-часовом концерте песен где-то 10-11 обычно? Но очень хорошо, что я хочу сказать, что сегодня у нас нет все-таки блюзового соло-гитариста. К счастью же. Можем перейти на коду. Павел Тыковский.